так сказала, как продолжение сделала. Но начал бой. Он самый близкий у нас. Да. Через да. неделю с Костиком его пить. Ты мне скажи, что... Пишем. Ты мне скажи, что было на последнем уроке, что там, над чем работали? Мы над обеими работали. Нет, а... Конкретно на чужбой да. Мы работали, ну и вокалист у нас там был. Там не хватало мне высоких частот. Высокие частоты, так, сейчас скажу. И в интонационной вот этой грязи мы там копались, потому что я думаю о нотах, а не о фразировке. И поэтому не идет вот это смещение ритма, вот как-то я не гармонично в ритме, ну, и мы там интонация. В принципе, там только с интонацией. Понимаете еще, ребят, такой момент, вот, в частности с тобой, не хочу замыливать. Замыливать не хочу, потому что бывает, что работаешь над песней, ну и текст. И замыливаешь ее, понимаешь, все это, да, и ты в текст еще смотришь. Поэтому хочется уже брать новые вещи, которые наметили в перспективе. Я очень хочу, чтобы ты еще спела Высоцкого песню. Ты ее послушал? Тебе понравилось? Ну, мне, в принципе, женское исполнение Высоцкого нравится. Не, ну тебе она нравится, то видишь, Рамазан сидит, а мне нравится. Я с тобой, знаешь, почему соглашусь? Почему соглашусь? Да, и выброшу ее. Ну мы ее выбросим, можно просто на потом оставить. Да какой потом? Мы, ты прав в том плане, что ты тенорова, и она совершенно не твоему диапазону. Ну и что? Потому что мы весь рог доказывали обратно. Поэтому, ну что это его диапазон, ему там... Вверху, да? Вверху. А, вверху. Конечно, я доказывала, что вверх это его диапазон. Ми, фа, фа, диез это его ноты. Это его ноты, если бы он хорошо... Это мои ноты, но не в той, как сказать... Там фонетика и ритм-пульсация, она ему мешает спеть. То есть если бы это было, была нота, которую можно было держать... Да, спасибо. Держать он бы старается. То есть, но это ноты его диапазона. А вот низ, это не его уже диапазон. Ему там сложно. Поэтому... Мне на самом деле хочется уже что-нибудь такое подинамичнее взять. Тебе? Да? Бери. Просто у вас там, я тебя попросила спросить, у вас авторская песня стоит в программе на третьем курсе? Да я не знаю, где это посмотреть. Там только джазовые стандарты висят. Просто вы, насколько я помню, а кто вам не дает? Приносите мне. И ту вещь, которую ты, Рамазан, которую ты вот здесь включал, говоришь, песня очень нравится, ритмичная такая. Ее точно не на этом курсе, не на следующем. Ты хочешь сказать, что тебе, ты считаешь... Она очень сложная, невероятно. А думала, да? Ну и что сложно? Ну это другая совсем, я не слышал. Да и не важно, я просто поняла, о чем речь. Все его там игрушки, хитрушки, то, что он там делает наверху. Как пописать сходить тебе сделать? Не, ну если бы я не слышала, как мы здесь балуемся, когда ты занимаешься. Вот это все. Так, вот такой звук. Ну и что его там? Это как раз не нужно заниматься тем, чтобы этот звук найти. Поставить его. Вы же все поставить хотите. Все постановками занимаемся. Но он у меня не такой плотный, он более такой головной. Но он у тебя и не может быть другим, потому что ты по природе больше все-таки головной. У тебя смешанная природа, как у поля. Почему? Смешанная. Тоже смешанная. Как так смешанная? Вот так. Ну вот просто прими это как факты, все, давайте выпьем. Ну потому что я до сих пор все-таки считаю, что нам нужно будет взять что-то с тобой из классического репертуара, вообще что-то такое. Тебе нравится, тебе не спел. Ты не хочешь?
Нет, я хочу. Мне кажется, это интересно. Вот и спалила. Поэтому я говорю, что у тебя синтетическая природа. У тебя и то есть. Тебе. Чем ты недоволен вообще? Чем ты недоволен? Поем. А если взять авторская, там должна быть, по-моему. Вот я и хотела, чтобы взяли Высоцкого. Здесь вам не рабина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной. И здесь, и я тут покажу просвет. Нет, вы меня не понимаете, знаете, в каком плане? Я же как еще режиссер смотрю. Вы с этой лавиной, то, что ты сейчас пел, хорошая песня, и ты покажешь свою энергетику и так далее. А ну, Высоцкого, это ты сможешь на любом концерте, на любой работе спеть. Ну, понятно. Я вот еще. Я имею в виду, я хочу время использовать, чтобы вы брали песни, которые потом пригодятся вам еще в концертной деятельности. Ничего не понимаете меня. Кто не понимает меня? Да я себя понимаю. Поем. Я это все понимаю. Да не понимаете. Хочу что-то взять такое, чтобы душина была, понимаете? Бери. Ты голова. Берите. Берите. Мы можем каждую ногу пройти свою песню. Кто не дает? Вы хоть раз что-то принесли? Все. Не понимаю, что у нас нет другого. Конечно, я же там говорю в сюжете, что это стойка. Не для нас это стойка. Ну, как бы. Хотя она считается вот фирменной. Фирма. Фирма, да. Вижу, как это. Ну вот. Чем богаты, тем и рады. Ты же сказал погромче? Нет, погромче фонограмму. Да? Что-то обработки много, я прибрала. Раз, раз. Ну, что, идет? Все, поехали. Время есть, но маленький, ну ладно. There was a boy.
Сделать тише и чисто. Давай
попробуем. Убери стул, спой так. Зачем же? Да, нет, без микрофона вообще. Вообще убираем в сторону. Далеко не убираем. Все. Все. Поем так. Thank you.
все методично, про что я говорила тебе. Me too? Угу. Найди это место. Me too. In return. Ну, наверное. Вот in return. Ага. Вот очень методично, что первый раз, что второй раз. In return. Нет, зачем? А что еще там? Мелодию не менять. And be loved in return. Как вариант. Где лучше, где голос раскрывается больше, там. То есть можно в среднем, в зависимости от дыхания. Там еще терн тянуть надо долго, поэтому. Но это смотри сама. И что там у нас получилось-то, не получилось-то, модуляция не получилась. Я спела как в первый раз раньше. А во второй раз вот то, что ты сделала там, без вот всего вот этого, без чего? Нотки, то все равно не хватило там перекомбинации. Перекомбинации. Нет, там. Срабатывай на перетяжку. Фонограмму все равно потащили. And then one day. Еще даже перетяжку. Потому что. And then I fell. То есть ты можешь эту фразу как угодно спеть. Я сейчас там не то напела, но ты смысл, принцип поняла. То есть вот эта фраза, которая идет уже модуляционная, она ритмически может быть спета как угодно. Здесь важно зависнуть вот здесь. Здесь надо. И если ты здесь хотя бы чуточку украдешь у себя, ты украдешь и у слушателей. И у слушателей. Бери микрофон, хватит этих ваших как. Работать надо. Самодеятельности. Надо работать уметь с микрофоном. Правильно, Джамала? Да. Сейчас Мармазан нам стандарт споет, как только работает. Тихо, ухренесть. Ой. Закрыто.
сейчас закрыты. Я не слышу до конца обертуру. Чего? Что это начало вокализа, должно быть пианиссимо, должно быть все. Ну так ты сработай, чисто физиологически сработай, чтобы обертоны звучали. Микрофон отодвинь. Это все. Вы все порционками мыслите, все!
все. Я, понимаешь, я вот наготовила, ешьте. А вы, у вас порцион. Это все такое. Цельно мыслить надо, мои дорогие. Цельно. И вот то, что сейчас упражнение делали, вот скорость, понимаешь? Вот тут, ну все соединяй. Ты там хорошо, как ты берешь. Ты когда в А выходишь, у тебя там штрих атака меняется. Она у тебя меняется. То есть ты показываешь себя разную. Ты разный. Вот сейчас была кульминация. Поем под ключ и... или устала? Да, последний раз учитель. Как все-таки ты будешь петь? Потому что я хочу оставить ее, смотри, вот до 19 числа я хочу ее оставить. Вообще оставить, потому что мы ее замыливаем. И ты замылишь, я тебе предлагаю тоже не петь дома. Сегодня поработать над ошибками еще, пока вот горячо, я всегда так делаю. А потом за два дня вспомнить, и потом опять не пей. И потом выходить за отчет. Надо соскучиться, понимаешь? Нет, часто споешь. Надо соскучиться все это, потому что одно да потому, одно да потому, одно да потому. Замыливается. Отдыхай. Да, все, поем сначала. Нет. А? Нет. Там будешь петь? Как? Ну не в стойку. Так. Хорошо. Как желаете. Все. Я буду в стойке. Все, работаем. Артисты. There was a boy, a very strange
Замечательно.